На склонах горнолыжного комплекса Чункурчак состоялся ежегодный семейно-спортивный фестиваль «Хангаре». Так, в минувшую субботу соревнования прошли под слоганом «Приходи, участвуй, побеждай». В программу фестиваля были включены инклюзивные семейные эстафеты, состязания по бегу и велогонка, развлекательная программа и мастер-классы. А главное мероприятие традиционно проводится в целях популяризации здорового образа жизни. На фестивале побывала и наша съемочная группа. Свыше 1500 человек в минувшую субботу смогли испытать себя в спортивных состязаниях. Так, 1 июня в честь Дня защиты детей в горнолыжном комплексе Чункурчак состоялся фестиваль под названием «Хангары». Цель мероприятия – популяризация здорового образа жизни как среди детей, так и взрослых, совместное активное времяпровождение семей, продвижение идей инклюзии в обществе и организация площадки, где есть равные возможности для всех людей, в том числе и с дополнительными потребностями. Это очень хорошее мероприятие. Вот организаторы сегодня уже с утра проводят, начали, оказывается, уже с утра. Вообще спорт, физическая активная жизнь, активный образ жизни, это очень, и здоровье очень взаимосвязано, потому что именно некоторые, именно с помощью спорта можно повысить резистентность организма ко всем неблагоприятным проявлениям окружающей среды, и, соответственно, только с помощью спорта можем как бы предотвратить заболевания. Горнолыжный комплекс «Чункурчак» уже третий год подряд с 2017 года организует семейные спортивные эстафеты. Самые главные события на мероприятии – забег в гору на 350 метров, велогонка на 1100 метров, а также забег в гору на 10 километров и семейные эстафеты. Участвовал в различных международных турнирах. Здесь я первый раз. Организаторы очень хорошо встретили. На День независимых детей сегодня все рады. Соседние гости приехали тоже выступать. Ну, я думаю, победить сильнейший, а я за здоровый образ жизни. Притом у нас пост, еще вчера Кадыртун держали. Попробую, проверю свои силы. Сегодня пробежали 350 метров высоту. Высота далась не очень легко. Это все сказывается из-за того, что мы в офисе сидим. Если бы мы развивали спорт, занимались, я думаю, не составило бы сильного труда. Организаторами фестиваля выступили Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта, Министерство здравоохранения и общественное объединение велосообщества. Отметим, на соревнованиях пробовали себя не только взрослые, но и маленькие спортсмены. Я занимаюсь 4 года, мне 8 лет. Мне очень нравится ходить в этот клуб. У нас будет совместный забег. Я люблю заниматься тхэквондо, потому что это очень увлекательно. У кого есть воздушные змеи? В тхэквондо можно быть бить руками, ногами. Это тот самый конкурс, который вы наблюдали в соцсетях. Приемы можно интересно использовать. Запустить его. И защищаться. Фестиваль «Хангары» проходит ежегодно в начале июня в целях популяризации здорового образа жизни. И стоит отметить, что с каждым годом участников фестиваля становится гораздо больше. Айзада Урумбаева, Бакет Мамацаев, «Пирамида».